Приветствую вас, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. И в этот субботний вечер я хочу немножко поднять вам настроение и рассказать вам анекдот. Значит, собрался мужик на охоту. Ну как на охоту? С друзьями просто пойти в лес, там водочки попить. А жена ни в какую. Говорит, либо я с тобой, либо ты остаешься дома. Он уже там и так, и сяк. Жена сказала, что там и грязь, и комары, и клещи. А она ни в какую. Либо идем на охоту вместе, либо вместе остаемся дома. Ну, в общем, он думал, думал и придумал, как выйти из этой ситуации. Берет он ее, короче, ну, в лес, подальше, заводит подальше от того места, где они собрались с мужиками отдыхать. Ставит ее возле полянки и говорит, так, мы сейчас с мужиками будем загонять лося, а ты стой здесь, никуда не уходи. Выйдет лось, ты в него сразу стреляй, но тоже запомни, здесь ходят очень много чужих охотников. И потом могут забрать этого лося, и ты уже не докажешь, что он твой. Так что стой здесь, никуда не уходи, а мы пойдем сейчас с мужиками загонять. Ну и сам же побежал быстренько на полянку к мужикам. Ну все, все в порядке. Наливай. Только налили, только слышит вопль. Это мой лось. Думает, послышалось. Опять только выпивать. Опять слышится. Это мой лось. Он думает, странно, неужели лося убило? Ну-ка, пойду я посмотрю. Побегает к той полянке, где оставил жену. Видит, стоит ее жена с ружьем. И орет, как ненормальная. Это мой лось. А напротив стоит мужичок и говорит такой, да твой, твой, дай только седло сниму. Все, надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Можете присылать свои анекдоты. Самые классные я озвучу. Все, всем хороших выходных. До свидания.